Свято повинно быть для всех. Доброчинную акцию для детей-инвалидов провели у Гомельском гандлево-забавляльном центре. Мероприемство ладили волонтеры отряда «Открытое сердце» и чыгуночной районной организации «Червоного крыжа». На свято запросили 20 детей с их батьками. Забавляльная программа от аниматоров, почастунки и мягкие цацки у подарунок стали соправдным сюрпризом для особливых детей. Мероприемство протягнулось гульней у боулинг. Для большинства детей это первый подобный опыт. Хотелось бы обратиться к предприятиям города, которые неравнодушны к проблемам детей с особенностями. Мы хотели бы обратиться с просьбой, возможно, вы можете оказать какую-то посильную помощь в приобретении новогодних подарков для такой категории детей. Мы будем очень благодарны. Наш сайт есть ВКонтакте, вы можете найти там координаты, телефон и связаться с нами в любое время. Зараз ассоциация объединяет больше 287 семей, которые выховывают детей инвалидов.